Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тем... Очень даже понравился. Я многие разы здесь проводил 9 мая раньше, но не видел такого масштабного шествия городских жителей, гостей нашей столицы. Это говорит о том, что вот 70-летний юбилей народ очень уважает. Это для них очень большой праздник. И кроме того, они отношения участникам войны и ветеранам тыла. Они вот это самое демонстрируют. А где вы служили? Я служил в Забайкальском фронте. Наша республика на высоком уровне находится. Даже я считаю, что по сравнению с другими регионами, наша республика это поставлена очень хорошо. Парад мне очень понравился, хорошо, все так хорошо сделали. Вы каждый год 9 мая приходите сюда? А? Каждый год. С 200-ки. Я как переехал сюда, вот с 200-го года все время хожу. Все время. Гордость какая-то. Ура! Гордость. Мне очень понравился парад, особенно мне понравился большой полк, ну, бессмертный. Я хочу, когда вырасту, стать военным. Парад очень понравился, все-таки 70 лет победы, такая дата. Парад как бы соответствует этой дате, очень хорошо, все красиво. А скажи, пожалуйста, что ты вообще знаешь о войне? Ты, на парадную площадь выходят... Ну, я много чего знаю. Ну, как минимум, что она, что договор о капитуляции Германии был подписан в ночь с 8 на 9 мая, а война закончилась 30 апреля. Ну, много всяких интересных фактов. А что ты можешь пожелать ветеранам? Долгой жизни, здоровья и счастья в жизни. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.